Смотрите, вон. Эй, там! Что такое? В чем дело? Дядюшка Август, вон уже город. Смотри. Сам вижу. А вы готовьтесь. Готовьтесь. Да. Вечером мы, надо работать. Мы, конечно, ну, понятно. Давай. Репетируйте, репетируйте. Давай, ну давай, давай, сука. Чувак! 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 Где ты? Здесь. Что с тобой? Со мной ничего. Где Тибу? Сок! Я здесь. Сок, давай скорее полосатую коробку. Скорее. Какую коробку? Подожди, дядюшка Август, подожди. Я говорил. Вот. Постяться. Что ты делаешь? Я говорил, тебе придет наш день. Слышишь? Это народ пошел на дворец толстяков. Сегодня мы свернем им жирные шеи. Ты с ума сошел? Ты же артист. А наша работа? Жди, старик, немного. Жди, мы дадим с тобой представление на площади дворца. Ты с ума сошел? Подожди, давай порох. Какой порох? Добирайтесь до города. Ждите меня на рынке. Канцлер, видимо, спутал бомбу с ананасом. Господин канцлер, держите себя в руках. Ваше Величество, я уже имел честь докладывать, что эти голодранцы окружены нашими войсками. Я говорил! Говорил! Ваше Величество, может быть, шальная? Что? Заговор! Заговор! Предатели! Тибу! Смотри, Тибу! Ну, совершенно чистое небо. Не спорьте же, доктор. Я своими руками слышала гром. Ну, да, подождите, но... подождите, я сейчас принесу вам калоши. Но ведь... Ничего не понимаю, что происходит. Браво, браво! Сервант! Орлы-виртуозы! Браво! Позвольте, я хотел узнать. Дайте от меня. Господа, что происходит? Объясните, почему стреляют? Доктор, голубчик! Здравствуйте. Объясните, наконец, что случилось? Как? Вы ничего не знаете? Нет. Рудокопы захватили пушки. Кровавый бунт. Боже, это же историческое событие. Я должен все видеть сам. Осторожно, осторожно. Пропустите. Я должен все сам видеть. Подождал наш труба. Позвольте, позвольте. Дерзанцы, телепатия. Интересно. О, да там целая баталия. Однако они уже приближаются к дворцу. Ку-ку. Ваше высочество, уже утро. Ваше высочество. Прошу вас, ваше высочество. Слышите? Да. Лифчик, ваше высочество. Вот умница. Куда же ты сидел? Ваше высочество. Слышите? Война!
Очевидно, это маневр. Ваше высочество, прошу. Ваше высочество, ножку. Доброе утро. Вот так. Хорошо. Здрасте. Другую. Охотитесь, как дохлые вороны. Битва! Давайте сюда. Ваше высочество, я должен прервать церемонию. А урок? Прекратить. Стой! Взять команды! Заводимся быстро! Ваш крестительство! Нет возможности установить орудие! Что? Виноват! Кукла! Кукла наследника! Ничего! Давайте! Так куда? Дружить! Давай! Упала! Кукла упала! Кукла! Моя кукла! Ваше, что там? Она разбилась. А? Она разбилась, слышите? Кто посмел прикоснуться к кукле наследника Тутти? Кто? Кто? Ваше высочество, вот тут она. Мы, когда я увидел... Ты? Да. Ваше высочество, вы не волнуйтесь, он больше никогда не посмеет прикоснуться к вашей кукле. По городским воротам. Чебула расстреляли на месте. Ох, упади! Я сам видел. Смотри. Зачем ты все это убираешь? У меня лопнуло целых 10 шаров. Их величество сегодня объявят праздник. У тебя же самый ходкий товар. Я не могу торговать, когда стреляют. У меня летучий товар. Чебул. Они ушли. Чебул. Чебул. Кто тут? Что случилось? Скорей сюда! Вот он! Скорей! Гад! Предатель! Я же тебе говорил, не убирай шары! Правильно! Проходи! Братцы! Ловите меня! Караул! Зачем? Ну что ж вы стоите? Я ж боюсь! Капитан Бонавентура. Мятежник Чебул убит. Главарь бунтовщиков Проспера схвачен и скоро будет доставлен во дворец. В клетку его, в зверинец. А остальных повесить на городской площади. Повесить. Вы слышите, в зверинец? О высочайшему повелению их величия! Браво, 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 браво! Честь победы и восстановление порядка приказано возвестить праздник
орудийным салютом! Я, это не я. У меня патент. Торт погиб. Как десерт? А? А я спрашиваю. Здравствуйте. Что это? Что это такое? А? Что делает в крыле этот идиот? Он влетел. Да вы что? Ну, ты мне ответишь за это. Имей в виду, Висельник, через 5 минут я объявляю торт. Вот. Ну, я пойду, а? Стой! Куда? Садись, болван. Дайте сюда кремы. Кремы! Ну что, стоите! Быстрее сиди! Кремы! Сахар! Пудру! Иди! Шары! Да подайте ж ему шары! Но я же взлечу! Молчи! Привяжите его лентами, чего вы стоите! Скорей! Скорей! Откройте печь! Какую печь? Скорей! Ну? Сейчас. Здравствуйте, канцлер. Шевелитесь, ротозеи! Через 2 минуты его будет есть правительство! Где? Так вы чё? Несут. Несут. Торт Виктория! А шары-то, шары-то, господа, какие! Они, наверное, на марципане. Моргает. Давайте отрежем ему голову и посмотрим, что у него внутри. Господа, господа, это торт-сюрприз. Его следует есть по порядку. Да-да, по порядку, только по порядку. Господа, ударим. Господа, господа, прошу вас! Эй, эй, держите за лент! Да вы смеетесь!
это не я. Я не хотел. Ваше величество, то есть я счастлив. Это ты придумал? Это не я. Это все Тибул. Это Тибул. Тибул жив? Что вы на это скажете, капитан? Что уставился? Я тебя спрашиваю. Отвечай! Виноват. Сейчас. Стой, говорю. Вишельник, где ты видел Тимура? Видел, видел, где он, я покажу. Я его найду, ваше величество, сегодня или завтра. Найду. Когда фанфар раздастся гром, когда горят огни кругом, когда блестят десятки глаз, нет никого счастливее нас. Когда у вас захватывает дух, когда из шляпы вылетит петух, когда с галерки вниз летит букет, счастливее нас, людей на свете нет. Так два прыжка на арену, на руках, и колесом, и кувырком пусть кувыркаются стены, все становится вверх дном. Надо переодеться, Софка. Хорошо. Я знала, что ты придешь. Я всегда знаю, когда ты приходишь. Ой, это весь в крови? Нет, ничего, это только царапина. Я тебя перевяжу. Иди работай. С тех пор, как ты связался с ними, все пошло вверх дном. Мы продали нашу тигрицу, нашу Ленору, гвоздь программы. Я молчал. А сегодня нам нечем накормить лошадей. А что будет завтра? Мы будем драться. Сегодня рудокопы поднялись раньше времени. Подожди. Подожди, ты мне уже говорил, подожди, подожди. Настанет день. Сегодня этот день настал. А что принес твой хваленый день? Клетку для Проспера? Площадь, усыпанную трупами. А что будет дальше? Послушай меня, дядюшка Август. Слушай, завтра подоспеют ремесленники из города Тия. И мы отомстим за каждую каплю крови. Так вот, что я тебе скажу. Завтра они повесят твоего Проспера. Завтра они схватят тебя. Когда глядишь с каната вниз, когда встречат с восторгом бис, когда в рядах гуляет смех, вы, циркачи, счастливее всех. Когда вас ослепляет мишура, когда в заплатах прячется дыра, когда лишь корка хлеба на обед, все ж никого счастливее нас нет. Веселим мы, с каждым делим и щедры, хотя в кармане не гроша у толстяка, куча денег, но грошовая душа. Vale.
высочайшему повелению приказано веселиться! Дорогие сограждане, соотечественники, соплеменники! Доктор! Доктор Гаспар, я здесь! Доктор Гаспар, вы же целый день ничего не ели! Что с вами? Где ваша шляпа? Зонтик я тоже потерял. Вся трагедия в том, что я абсолютно ничего не вижу. У меня разбиты очки. Опять! Все люди танцуют! Эй, посторонись там! На рынке! Чего рот разинул? Нет, нет, тихо. Сейчас принесу холодной воды. Гвардейцы! Господи! Задержите их! Осторожно, плечете, волк! Держи лошадь здесь! Дай пистолет! За мной! Охраняйте ворота! Где он? Кто он? Ах, ты не знаешь. Обыскать рынок! Слушай, если ты через 2 минуты не скажешь мне, где он, я подожгу всю эту колымагу вместе с барахлом! Ну! Стой! Куда? Смотрите, смотрите! Господин капитан! Черт! Господин капитан! Стили, предатели, дармоеды! Стрелять! Гоните его по крышам, мы его встретим с другой стороны! Вперед! И теряйте его из виду! Вот улица, куда вы Елизаветы, затем площадь Звезды, и вы дома. Как красиво! Оцепляйте квартал! Разгоняйте всех! Всех разгоняйте! Оружие! Такая давка! Все сошли с ума! Наверное, пожар! Что? Как же сказали? Сейчас посмотрю. Что? Что там? Там такой красивый офицер в белых таких, знаете, перчатках. Что там происходит? Сейчас посмотрю. Ловят кого-то. Вот он! Ни черта не вижу. Извините, я увлеклась. Значит, этот офицер в перчатках залез прямо на пан. Я уже слышал. Там? Дайте очки. Тихо,
конечно, я сама-то не видела. Но это странно, чтоб человек лазил по крышам, как кошка. Оставьте там, я сама все вычищу. Наденьте вот это. Я сейчас согрею ужин. Главное, ничего не забыть. Надо все записать. Люкс Ребеллионом Просперо. Ариус Просперус. Руки! Вы с ума сошли? Уникальное оружие. Что? Руками. Доктор. Это же коллекционный экземпляр. Фу. Кажется, наконец мне все-таки повезло. Но из камина, мой друг, появляются только черти. Вы доктор Гаспар Арнери. Весьма польщен, чему обязан. Послушайте. Я канатоходец, Тибу. Понимаете? Ну да. Браво! Браво, брависсимо! Что с ним? Слушайте, вас же ищут. А, я знаю, я пробовал спускаться, это невозможно. Я все понимаю. Вам следует переменить внешность. Быстро раздевайтесь. Послушайте, доктор. Про вас говорят, что вы можете превратить человека в свинью. Ну, знаете ли, слухи несколько преувеличены. Я не волшебник. Но, доктор, я только ученый. Спасибо. Быстро одевайтесь. Только не превращайте меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату. Доктор, господа, переоделись. Там гвардейцы. Что? Гвардейцы. Скажите, что я... Я работаю, я занят. Они требуют. Ну хорошо, ну скажите, что я совершенно голый. Это их не остановит. Не сломай дверь, доктор. Полезайте обратно. Хорошо. Доктор, только, пожалуйста, не дергайте заслонку. Я им покажу, как меня обыскивать. Я же вам говорю, что он занят. Сейчас я не понял. Кто меня спрашивал? Он пойдите, работает. Прошу вас, господин генерал. Простите, маленький эксперимент. Советую вам прекратить эти эксперименты. Гадость. Немедленно следуйте за мной именем правительства. Мерзость. Я могу хотя бы переодеться? Поторопите его, нечего возиться. Обыкновенные ваксы для сапог. Открывайте баночку. И мажете. То есть как мажете? На лицо нам? Через 5 минут вы настоящий нерв. Вакс? Да, пожалуйста, не забудьте проветрить мой кабинет. И ради бога, ни к чему не прикасайтесь. Поехали. Как могло случиться, что в момент опасности кукла наследника осталась без присмотра? Как? Как могло случиться, что вы, кому доверено будущее нашего Отечества, могли допустить, чтобы это сокровище было выброшено в окно, как грязная тряпка? А? Что вы молчите? Я вас спрашиваю! Ну, отвечайте! Это доктор Гаспар Арнери. Как? Вы наш знаменитый доктор? Я доктор Гаспар Арнель. И правда, что вы такой ученый? О, вы знаете, случилось ужасное несчастье. Что такое? Кукла. Уникальная кукла наследника Тутти упала из дворцового окна. Чудо. Просто чудо.
Невозможно поверить, что здесь заключен механизм. Государственный совет решил доверить вам ремонт этого механизма. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему дню. Да, но я не знаю, я не знаком с ее устройством. Горе наследника Тутти слишком далеко, чтобы мы могли медлить. Ну да, ну как раз понадобится. От этого... Все ясно. От этого зависит будущее нашего государства. Отнесите куклу в карету канцлера. Ну вот, вы же понимаете, правда, это невозможно. Но, доктор милый, прошу. Ой, срок. Это же слишком ответственное дело. Ну, поэтому они вас и пригласили. До рассвета осталось всего несколько часов. Надо успеть. Надо, доктор. Вы ученый человек. И, по-моему, нет необходимости вам объяснять все это до конца. До завтра. Ну да, ну как же с куклой все-таки? Кукла ждет вас в карете. Как? Прошу. Карету, канцлера, к подъезду! Доктор Гаспар, прошу вас. Это еще что такое? Откуда он его притащил? Другой бы подумал. Живой негр. И главное, надел на него свои новые штаны. Вы подумайте. Нет, Проспера, когда канцлер будет в наших руках. Тихо. Что? Ну, я ищу карету, понимаете? Так давайте подвезу. Да, да, да. Прекрасно, прекрасно. Куда ехать? Это будем искать. Какой ты красивый. Наверное, самый красивый негр на свете. Список. Тибо, а правда, что Проспера посадили в клетку? Правда, Сок. И что ключик находится у наследника Тути? Да, спи. А правда, что у наследника Тути железное сердце? Спи, тебе говорю. Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест.
Ну, что там? Да нет, пока ничего не видно. Вон бочка старая, стекло разбито. Да нет, ну здесь мы уже были. Да. Доктор, смотрите, что тут на воде? Ее башмачок. Ее башмачок. Что, что, да куда же? Она там, на дне скорее. Так не достать. Да? Надо палку какую-нибудь. А, тончайший механизм. А хорошо бы багор. О, да. Ну давайте поищем багор. Смотрите! Это не то! Идите сюда! Кто здесь? Да мы ищем какую-нибудь палку, вроде багра. Извините, что беспокоим. Случилось ужасное несчастье. Утонула кукла на свете. Дядюшка Аугст, это и есть доктор Гаспар. Мы очень довольны, что доктор Гаспар посетил балаганчик старого Бризака. Проходите. А что у вас случилось? Нам нужен багор. И артисты, да? Я негр вашего собственного производства, доктор. Это же ваш пиджак, ваши штаны. Боже мой, не может быть. А как, однако, все удачно получилось. Вы знаете, можно подумать, что я действительно настоящий волшебник. А здесь кто-нибудь есть? Нет, это наш сок маленький. Она уже тоже артистка. Когда? Что когда? Когда вы ее вытащили? Кого? Ее куклу. Где фрак? Где фрак? За что Артем? Примерьте этот. А что вы думаете, найти и доставить куклу во дворец? Это же пахнет миллионами. Не ради чинов и наград, ради отечества спокойствия. Спасибо, отец, спасибо. Вот учитесь, вот у него учитесь. Спасибо, отец, патриот. Молодые. А как же уроки? Танцы? Как же? Все уроки отменяются! Не забудьте повесить объявление. Послушайте, доктор, вы говорите, что эта девочка похожа на куклу-наследницу. Что? А? Девочка похожа? Похожа. Послушайте, доктор, оружейник Просперов сидит в клетке во дворце трех толстяков, а ключ от этой клетки хранится у наследника. Вот шарили все дно. Куклы нигде нет. Ее, наверное, отнесло течение. Завтра мы будем давать уроки во дворце. Уважаемые куклы, торопитесь. Вас ждут во дворце. Ну, смотри, смотри хорошенько. На, вот тебе на всякий случай. Чок. Доктор Гаспар. Помнишь, ты играла золотую кочерышку? Антонимия? Глупый король. Помню. Ну вот. Прекрасно. Прекрасно. Ты не бойся. Все будет хорошо. Да я не боюсь. Доктор Гаспар, нас спешите. Пошел. Поехали. Господи, что же это будет? Ваше Высочество, мы опаздываем на утреннюю прогулку. Ваше Высочество, вы испортите себе зрение. Отойдите отсюда! Я буду ждать здесь. Ваше Высочество, ремонт куклы может затянуться. Да. Нельзя так долго смотреть в одну точку. Ваше Высочество. Да. Кукла наследника Тутти! Кукла наследника Тутти! Кукла наследника Тутти!
Ваше Высочество! Ваше Высочество! Моя кукла. Стойте, Боже! В механизме, Ваше Высочество, многое пришлось исправить, и я боюсь, что новые части еще не притерлись. Ваше Высочество, прошу вас, будьте очень осторожны. Ну, по крайней мере, первые несколько дней. Хорошо, хорошо. К ней никто не посмеет прикасаться. Ваше Высочество, прежний костюм нашей куклы сильно пострадал. И теперь, как видите, она получила новый. Благодарю вас. Он идет ей больше прежнего. Доктор, она сможет танцевать? А? Ваше Высочество, я не знал, что ваша кукла танцевала прежде. Поэтому на свой страх и риск я научил ее некоторым движениям, которые мне казались... Как музыку? Ваше Высочество, я все-таки очень боюсь за ее механизм. Ладно! Эй, несите его ко мне! Браво, доктор! Браво! Поздравляю! Ваше Высочество, как вы находите куклу? Она превосходна! Доктор все починил. Очень-очень рад. Ну, наш дорогой доктор, доктор Гаспар, я знаю, доктор Гаспар, Эрнани, вы великолепно исполнили порученную работу, так что теперь можете требовать награды. Ну, говорите, доктор, что вам нужно? Ваше Высочество, сегодня там, на площади, я видел, устанавливается 10 виселиц. Да-да, казнь состоится завтра утром. Да, так вот, если можно, нельзя ли, я прошу, отменить эту казнь? Что? Это просьба преступна. Но ведь вы обещали. Существует приказ их величеств. Но если доктор просит, то казнь надо отменить. Кто там? Спасибо, доктор. Прошу вас, доктор, проходите. Прошу. Пожалуйста. Я искренне тронут вашим вниманием. Спасибо. Не стоит благодарности, доктор, пожалуйста. Откровенно говоря, я не надеялся, что моя отчаянная просьба может быть удовлетворена. Да, наш долг беречь ученых, доктор. Особенно таких, как вы. Полноте, полноте. О, Каплуазье! Он. Напоминает Манили. Да. А вот и наши друзья. Пожалуйста, прошу вас сюда. Великолепно. Ой, это прекрасно. Прошу вас. Да, да, дорогой господин Ордери, тревожное время. Вам придется переждать здесь. Это небольшая формальность. Надеюсь, вы не успеете соскучиться. Завтрак готов, Ваше Высочество. Ваше Высочество, завтрак давно ждет. Кукла пусть стоит в коробке. Вы можете идти. Приятного аппетита, Ваше Высочество.
Лючана, иди завтракать. На. Лючана. На. Лючана, лови. Звонили ваше высочество. Что такое? Может быть, собака вас потревожила, ваше высочество? Уберите собаку. Уберите собаку! Уберите собаку, быстро! Скорей! Извините, ваше высочество. Скорей! Извините, что мы прервали ваш завтрак, ваше высочество. Музыку! Так ты не кукла? Ты живая? Ты не бойся. Я не кусаюсь. А как тебя зовут? Меня Сок. Сок? Что это? Я тебе все объясню. Только можно попробую кусочек пирожного? Да, ешь. Пожалуйста, ешь все. Спасибо. Только никто не должен знать о тебе. Мне не разрешают играть живыми детьми. Что? Ешь, ешь. Сок. До сих пор руки дрожат. Она была как настоящая кукла. За что? Облава. Сидите. Назад. Я же свой. Позвольте, разве я похож на канатоходца? Тибу, тихо, Тибу. Тихо, что ты? Что случилось? Что такое? Несчастье. Моя девочка. Что с ней? Учитель танцев нашел куклу наследника. Он едет во дворец. А где он ее взял? Моя девочка погибла. Что же вы сидите? Надо как-то задержать танцора. Нельзя его выпускать отсюда. Ладно. С куклой. Ладно, дядечка Август, сейчас мы устроим так, что ни одна собака не выберется из города. Надо, чтобы они закрыли ворота. Закроют. Олег, мы будем ловить Тибула. Кого? Тебя? Но ведь я-то негр. Верно. Сейчас. Господин офицер, вот, Тибул! Тибул! Смотрите, живо! Скорее! Закройте ворота! Я-то видел Тибула! Никого не упускать! Держите! Держите Тибула! Тибула, держите! Всех в подвал! Всех! Держите Тибула! Тибула, держите! Наул, все сюда, сюда! Откройте немедленно ворота! Я еду во дворец! Действуйте! Господин Беневентура, здрасте, доброе утро! Куда ты смотришь, кретин? Подвал! Всех подвал! Подвал, я говорю! Вы мне ответите за эту куклу! Что, что? Солдафун! Отойдите его! Я учитель танцев! Мне необходимо попасть в дворец! Отдайте! Подвал! Все, ворота закрыты, ребята! Ребята, за что? Что ты? Вы поплатитесь эполетами! Вот он, красавчик! Грубиян в мундире! Дядюшка признал! Дядюшка Август, вас-то за что? Они схватили Тибула. Негра! Я не успел его предупредить. Oh,
решили посмотреть на тебя. Пока ты целиком, с головой. Вот пригласили тебя к ужину. На прощание. Ты, наверное, проголодался, а? Ваше Величество, разрешите, мы его покормим, а? Покормим, господа, господа! Папа, я хочу... Куда лезешь? Я хочу смотреть, на нем нет шумов. Смахнулся, чуть не упал. Постойте, постойте! Он же любит с брусничного лайка! Ой, я боюсь! Ваш ужин. Завтракать не придется. Убрать его! В клетку его! Казнить! В клетку! Клетку! Кто здесь? Тише, это я. Сок? Да. Что тебе нужно? Нет, ничего. Мне там страшно. Сейчас! Сейчас я принесу коробку. И ты будешь здесь. Держи! Сок! Почему ты не спишь? Я не привыкла. В это время в балагане еще идет представление. Расскажи что-нибудь. Я ничего не знаю. У тебя спрошу одну вещь. Спрашивай. Только ты не обидишься. Нет, ну что? Понимаешь, в городе говорят, что у тебя железное сердце. Это правда. Глупости. У человека не может быть железное сердце. Но я наследник. Ну и что?
Мне сам доктор говорил, что это пока невозможно. И все-таки оно железное. А можно я послушаю? Пожалуйста. Что это? Какой-то важный ключ. Вот. Мне его дал государственный канцлер. А... Я думала, это так, свистеть. Что? Свистеть. Как свистеть? Как все свистят. А ты умеешь? Как... Ну еще. Подожди. Цок, ну посвисти немножечко. Уже поздно. Ну, пожалуйста. Хорошо. Только ты ложись. Старайся уснуть. Хорошо, хорошо. Что это? Отвечайте! Я вас спрашиваю! Смотрите, она все-таки нашлась. Что? Нашлась? Завтра же на рассвете ты будешь отправлен на тот свет вместе со своей циркачкой. Утром еще интеллигентный человек. Эй, чего раскричались? Тревога! Тревога! Что это? Кто-то проник во дворец. Смотри. Ау.
Черт! Егор! Это ты? Моя Леонора. Они посадили тебя в клетку. Здравствуй, маленькая, здравствуй. Кто там? Бери. Это ключ от клетки. Бери. Ну, бери скорее. Откуда ты? Подожди. Ты что, шумишь, Панди? Я вас вешаю. Куда эти решатки? Убери руки, говорю! Руки убери! Ты что, а? Пусти цепь! Ух ты, бандит, Фремур! Кто ты? Я Зок. Меня послал Тибу. Куда этот выход? Парк! Ваше Величество! Когда я увидел куклу, я сразу понял, Ваше Величество! Зверь! Сок! Сок, бежим скорее на кухню! Там должен быть подземный ход! Скорей! Девочка. Сок! Подземный ход! Скорей! Давай руку! Ну, скорее, скорей! Так. Ой, темно! Страшно! Держи! Преступницу. Вот, укушен при поимке. Я прикажу позаботиться о вас. Я не ради чинов и наград, я ради спасения спокойствия. Ну что, хваленая кукла. Теперь их будут судить? Теперь их казнят. Кого? Тебя. Дурак. Первый раз в жизни жалеешь, что я не волшебник. Я превратил бы тебя в мотылька, чтобы ты могла отправиться домой.
скучна моя ученость, куда годны мои знания. Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все это сочинили мальчишки из соседнего двора. Послушайте, доктор Гаспар, ведь и будут просперы вместе. Они нас освободят. Ну как вы не можете это понять? Вы же ученый. Ну конечно, конечно, освободят, моя золотая умница. Конечно. Ну ты понимаешь, у них слишком мало времени. Теперь ведь июнь. Ночи слишком короткие. Открывайте ворота! Сапера! Получай, гадина! Вот так! Давай, давай его сюда! Где Флок? Тимул, скорей! Да. Скорей, надо выручать ее! Там подземный ход! Располагайтесь, располагайтесь здесь, как дома! Что ты делаешь, хулиган? Извините, хулиган? Извините, я спешу! Я же на работе! Извините, а рубить мы будем... Мы с ума сошли. Что-то холодновато. Давайте начинать. Выходи. Не будите ее. Распорядитесь насчет завтрака. Живей, слушаюсь. Готовьте завтрак, срочно, скорее! Растапливайте. Ну, растапляйте. Указ их величеств по делу организации подлого побега мятежника Проспера на основании решения вернувшего дело государственных преступников, организаторов побега, главного бунтовщика.
наследника Тути. Преступница похитила у него ключ от клетки, где содержался главарь бунтовщиков. Под покровом ночи эта псевдотанцовщица проникла в зверинец его высочества и выпустила из клетки злейшего врага нашего государства. Учитывая неопровержимость улик и особый цинизм преступления, Верховный суд постановил доктора Гаспара Арнери и мнимую куклу наследника Тути, танцовщицу по кличке Суок, обвиняемых в том, что они устроили побег оружейника Проспера, мятежника и бунтовщика, чем совершили тягчайшее преступление... Довольно! Возьмите! Нет! Где? Был. Тодя! Тодя! Не смейте ее трогать! Тодя! Не смейте ее трогать! Тодя! Не смейте ее трогать! Берите его! Что ты смотришь? Убрать ее! Убрать ее! Что ты? Стреляй! Стреляй! Ну вот же кровь! Ну понимаете вы кровь?
я вижу. Значит, оно настоящее, не железное. Значит, Сокол была права. У меня живое сердце. Ну, конечно, конечно, мой мальчик. Куда ты вылез? Дядюшка Август! Чему? Эй! Эй! Тимул! Тимул! Да, семинар! Давай к столе! Тимул! Где сувок? Все хорошо, она жива! Рука! Ты видел когда-нибудь столько публики, Август? А, мы можем работать! Конечно! Начинай. Начинай, Август. Я мигом, сейчас. Кто же это делает? Ведь это же целое море. Скорее они ждут. Первый раз в жизни вижу столько народа. Доктор. Доктор, вы живы. Происходят такие события, тетушка. Но вы же целый день ничего не ели. Это из коллекции. Зачем? Но все же люди стреляют. А, да-да, дорогая, благодарю вас. Подержите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Иди, они тебя зовут, слышишь? Иди. Он будет здоров. У него действительно хорошее, доброе сердце. Там нет моего топора. Там, без всякого изящества. Я же положил его собственными руками. Это называется революционные танцы. Казенные же. Все из-за тебя, чертова кукла.